Добрый день, дорогие подписчики IGM, с вами Лестер. Как правило, наличие врагов в компьютерных играх — это обязательный параметр, так как если их не будет, то кого побеждать? И ни для кого не секрет, что у врагов практически всегда есть главный злодей, который всем заправляет и условное убийство которого дарует мир во всем мире и завершит путь главного героя. Но вот кто из злодеев является самым крутым и запоминающимся в компьютерной вселенной? Давайте разбираться. Вашему вниманию предоставляется топ-5 злодеев в играх. Перед началом хочу внести пояснение, дабы избежать вопрошающих комментариев. В нашем топе не будет Джокера из серии игр про Бэтмена, несмотря на то, что многие явно бы включили его в эту пятерку. Его отсутствие обусловлено тем, что в первую очередь это злодей из комиксов, нежели из игр. Также не будет в нашем топе Альмы из Fear, и также не будет Пейгана Мина из Far Cry 4. Казалось бы, оба персонажа очень запоминающиеся, и их также наверняка многие бы добавили в пятерку. Но если вы знакомы с сюжетом этих игр, то наверняка вы знаете, что оба персонажа по сути не особо-то злодеями и являются. Ну и напоследок скажу, что ваше мнение может не совпадать с данным топом игровых злодеев. И если это так, напишите свою пятерку злодеев в комментариях. Ну а мы начинаем! Вселенная Resident Evil известна не только играми, но и фильмами с великолепной Милой Йовович. И что в фильме, что в компьютерных играх, злодей был всегда один — Альберт Вескер. Подлый антагонист в черных очках, который противостоит главным героям и мешает остановить распространение вируса, созданного компанией Umbrella, который превращает людей в чудовищ. И если вы не знали, то именно из-за него на Земле нависла глубокая угроза во вселенной Resident Evil. В некоторых частях Вескер не представляется как главный противник, однако за кулисами он продолжает раздавать указания противникам главного героя. И именно за то, что Альберт Вескер на протяжении всей серии Resident Evil продолжает плести свою злодейскую паутину и уничтожать Землю, он занимает 5-е место в нашем топе. Эдди Глускин – самый харизматичный и запоминающийся персонаж из Outlast Whistleblower, или, как зовут его многие, жених. Если немного углубиться в историю данного персонажа, можно узнать, что Эдди находится в длительном поиске идеальной невесты – девушки, которая являлась бы для него идеалом. Вот только беда в том, что поиски эти заключаются в насильном похищении всех людей, которые попадаются ему на глаза, и отрезании им конечностей и гениталий. То же самое происходит и с главным героем игры. Жених похищает его в надежде отсечь все ненужное и превратить протагониста в свой идеал. Но нашему герою удается сбежать и в дальнейшем даже убить Глускина. Если обратиться к вики по игре, можно узнать, что жених родился в 1967 году и часто в детстве подвергался домогательствам со стороны своего отца и дяди. Поэтому неудивительно, что со временем психика у него стала совсем не к черту, а мозги съехали на бекрень. И со временем бедный Эдди начал бредить мыслями об идеальной невесте, пытаясь увидеть ее в каждом человеке. А если увидеть не удавалось, то нож вполне мог помочь разглядеть истинную в его понимании красоту. Благодаря своей харизме и необычной мотивации к злодеяниям, Эдди Глускин по кличке Жених занимает 4-ю строчку нашего топа. Помните ни слова по-русски. Пожалуй, это одна из самых знаменитых фраз в компьютерных играх. Как вы уже догадались, на третьем месте расположился Владимир Макаров, один из злодеев серии игр Call of Duty Modern Warfare. Впервые мы его встречаем во второй части трилогии, однако он не является основным злодеем, хотя и имеет прямое отношение к некоторым терактам. Зато в третьей части он предстает уже как главный злодей, и мы лично, играя за капитана Прайса, сможем уничтожить его. Также Макаров, как мы узнаем в дальнейшем, заочно присутствовал и в первой части Modern Warfare. Например, во время миссии в Припяти, когда Прайс отстрелил руку Захаеву, именно Макаров затащил его в машину и увез, тем самым сохранив ему жизнь. Нельзя не упомянуть о его совместной деятельности вместе с Захаевым. На пару они провернули немало сделок и немало отправили людей на тот свет, а несчастный случай в Припяти только укрепил их сотрудничество. После смерти Захаева Макаров взял бразды правления на себя, наломав немало дров как в России, так и в США. Одним словом, этот злодей явно заслуживает места в нашем топе. Знаешь, что такое безумие? И эта фраза относится к самым знаменитым в игровом мире, и ее автором является Вас Монтенегро, злодей из Far Cry 3.
Думаю, в особом представлении данный персонаж не нуждается, так как его образ очень неслабо использовался во время пиар-акции перед выходом игры. Чего и говорить, даже был снят отдельный короткометражный фильм в главной роли с актером, подарившим Васу свой внешний вид. Данный обитатель островов Рук вместе с террористами под его командованием берет в плен главного героя и его друзей. И уже с первых кадров понятно, что Вас реально безбашенный мужик. Благо, главному герою удается сбежать и в дальнейшем убить его. Ну а в нашем топе Вас Монтенегро занимает второе место. Ну и наконец, первое место. Злодей, который прошел не просто несколько серий игр, а несколько поколений консолей. Шао Кан, один из главных злодеев в Mortal Kombat. Император внешнего мира, который пытается захватить земной и присоединить его к своему царству. Для того, чтобы достигнуть этой цели, необходимо, чтобы воины Шао Кана одержали победу в 10 смертельных битвах. И когда на их счету уже 9 побед, судьба человечества ложится на плечи Лю Кана, Рейдена, Джонни Кейджа, Сони Блейд и других героев, которые прибывают на турнир, чтобы одержать победу над Императором. Также стоит отметить, что благодаря стилистике доспехов Шао Кана, некоторые сравнивают его с древними азиатскими полководцами и воинами. Однако Шао Кан обладает гораздо большей силой и мощью, нежели любой из представителей воинов соответствующей культуры. И именно за то, что Шао Кан является поистине сильным, обладающим большой властью, а его целью является ни много ни мало порабощение всех миров, он возглавляет наш список игровых злодеев. Ну а на этом все, с вами был Эстер, подписывайтесь на канал IGM, ставьте лайки, увидимся в других роликах, пока!